И к другим событиям. Возведение новых жилых районов для корабелов предположительно должно начаться в следующем году. Планируется, что часть квартир перейдет городу для переселения из ветхого и аварийного жилья. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Архангельской области, администрация Северодвинска и Объединенная судостроительная корпорация. Предмет соглашения – строительство жилья для работников судостроительных предприятий города. Планируется, что часть средств будет использована на развитие инфраструктуры города. К соглашению есть несколько приложений. В приложениях обозначены важные для города вопросы, такие как, например, Беломорский коллектор, который обсуждается уже, наверное, в течение 10 лет, что необходимо модернизировать его, а средства необходимы в объеме порядка 300 миллионов рублей. Застраиваться будут как новые районы, так и старые. Не исключено, что новоселами станут не только корабелы, но и обычные горожане. По договоренности сторон, часть квартир в новостройках будет передана администрации Северодвинска для переселения граждан из аварийных домов. Сейчас пакет документов отправлен в Министерство экономического развития.